Итак, всем привет. У меня здесь такая тема, которая сама по себе довольно интересная. И интересно еще то, что мало кто правильно пользуется этим очень классным инструментом, который, в принципе, полезен как для программистов, так и для артистов и тех, кто непосредственно работает в Unity, но не пишет код. Вот. Посмотрим пару примеров. И, может быть, кто-то из вас увидит, каким образом в своих проектах вы можете использовать вот эти вот странные вещи, которые называются Scriptl Object. Для того, чтобы быть на одной ноге, что ли, с вами, поднимите руку, если вы использовали Scriptl Object уже. Но несколько человек. Отлично. Так. Значит, здесь мой email. Меня зовут Валентин. Я работаю в Unity. Вот, и чтобы больше время как бы не терять, давайте посмотрим, что у меня есть. Во-первых, возможно, вы заметили, что презентация немного в необычном формате, она сделана в Unity. И на самом деле это такой маленький фреймворк, над которым несколько нас человек из Unity так работает в свободное время для того, чтобы придумать, каким образом можно показывать непосредственно презентации, демонстрировать фичи в Unity, и не переключаться туда-сюда между PowerPoint и как бы самим движком. Там, потому что всякие проблемы видеозахвата, там Unity крэшится и так далее, что не очень прикольно. Вот. И сегодня мы будем говорить про Scriptable Object. И интересно то, что эта презентация, она сама по себе использует Scriptable Object очень сильно и наглядно. То есть эта презентация будет использована сама во время презентации. Вот. И если вам интересно, вы можете найти ее вот здесь вот на GitHub. Вот. И дальше мы посмотрим, что будет происходить. Значит, во-первых, пару слайдов про то, что такое Scriptable Object в принципе. То есть все вы знаете, что такое MonoBehavior. Это вот какой-то скрипт, который висит у вас на компонентах. Он может висеть на компонентах в сцене, он может висеть на компонентах, допустим, в префабах. То есть важная часть его жизни — это то, что он всегда находится либо в сцене, либо на префабе, то есть он висит на каком-то компоненте и что-то делает. А при этом Scriptable Object — это, по сути, тоже какой-то класс, тоже какой-то кусок кода, но он отличается тем, что для него не обязательно, ему не обязательно жить на компоненте или, допустим, на префабе. И при этом, наверное, это не особо важно, но внутри движка они представляются одним и тем же классом, по сути. То есть и если вы пишете, допустим, код MonoBehavior, он обычно выглядит как-то так, то есть вы наследуете от MonoBehavior. Если вы пишете код Scriptl Object, он, по сути, наследуете от Scriptl Object. Вот. Они имеют очень много каких-то одинаковых моментов. То есть, во-первых, это все C-Sharp скрипт. Оба используют Unity сериализацию. То есть, допустим, все ваши параметры MonoBehavior, они сериализуются там в сцены или в префабы. И также параметры Scriptl Object, они сериализуются в ассеты на диске или в ассеты в памяти. Об этом еще пару слов будет позже. Важно то, что так же, как и MonoBehavior, Scriptl Object, вы можете использовать все возможности редактора Unity, расширения редактора Unity и создавать ваши какие-то специальные инспекторы для вот этих вот странных объектов. Они также получают некоторое количество callback'ов, когда создаются, когда умирают, но они получают не все callback'и, как вот MonoBehavior. То есть у MonoBehavior там полно всего, как вы знаете, там update, всякие там late update, fixed update и так далее. У Scriptl Object всего этого нет. И одно из, наверное, самых важных отличий — это то, что Scriptl Object, он живет либо как asset в проекте, то есть это вот какой-то файл, как у вас материал, допустим, либо как какой-то невидимый ассет в памяти. То есть он у вас там в памяти висит, и там он может уничтожиться, или если вы его специальным образом отметите, он не уничтожится и будет там висеть что-то полезное делать. Вот. Значит, по сути, если мы возьмем пример кода какого-нибудь Scriptable Object, то есть тут у меня вот тот же самый… Сейчас я сделаю чуть побольше. Так. Вот. Тут у меня тот же самый слайд-дек презентации. То есть он определяет, как видны мои слайды. То есть вы видите, что если я выделю Scriptable Object, который вот находится у меня здесь,
Сейчас он просто находится как ассет какой-то, который лежит здесь. И ему, во-первых, я могу присоединить какую-то определенную иконку. То есть это делается просто из вот, если вы садите папку Gizmos, и вот тут класс SlideDeck, icon, положите сюда любую иконку, у вас теперь отдельно каким-то образом показывается ваш ассет. То есть вы будете знать, что вот этот вот ассет, он представляет собой презентацию в данном случае. Вот. И когда я его выделяю, вы видите, что в инспекторе он каким-то образом отображается по-другому. То есть вот это специально написанный редактор для вот этого ассета, в котором вы можете редактировать эту презентацию. Вы видите, что здесь вот презентация — это вот сцены и с какими-то параметрами. То есть видны они должны быть в плеймоде там и так далее. Вот. И он выглядит, как я уже сказал, scriptable object. В нем, по сути, нет ничего страшного, и единственное, что он делает, это хранит вот эти вот данные. Хранит данные нескольких сериализованных классов. То есть это первый use case — это хранить данные его на диске. Самый простой use case, наверняка кто-то, кто использовал JavaScriptable Object, использовали его именно для этого, чтобы создать некоторый ассет на диске с возможностью редактирования, и который просто лежит в проекте, не в сцене, и тем самым у него есть еще одна важная особенность, то, что если вы, допустим, редактируете его в плеймоде, то когда вы выйдете из плеймода, потому что он ассет на диске, так же, как материалы, допустим, все его изменения сохранятся. То есть если monobehavior, все изменения monobehavior, они, как только вы выйдете из плеймода, они заресетятся, поскольку они monobehavior находятся в сценах. Вот. Для того, чтобы создать какой-то ассет, есть некоторое количество API, допустим, ну, я имею в виду scriptable object. Допустим, у нас есть вот этот слайд-дек, который я только что показал, и для того, чтобы создать его инстанс, мы выполняем вот этот create instance, и он у нас как бы зависает в памяти редактора в таком состоянии, что он никуда не сохранен. То есть он где-то висит, он висит не в сцене, он висит вот в этом вот вакууме редактора. Вот, и мы увидим, что на самом деле таких объектов в редакторе висит довольно много, о которых вы, возможно, даже не думали, что это scriptable object. И я не побоюсь сказать, что вот все в эдиторе — это scriptable object. Вот, и для того, чтобы сохранить на диск, мы используем вот это API, говорим куда, и он сохраняется как вот этот вот presentation asset, который у меня там лежит на диске. Вот. Соответственно, чтобы этот asset, не сохраненный на диске, висел в памяти и продолжал делать какую-то полезную работу, мы должны его отметить некоторым образом, чтобы Unity его не убил, не посчитал, что он там, как бы, грубо говоря, потерянный. Вот, и его нужно просто убить для того, чтобы освободить память. Вот. Также есть следующий способ создания scriptable object. Здесь он где-то используется. То есть вы берете вот этот вот аргумент, атрибут create asset menu и создаете в всплывающем меню, не знаю, как его назвать, проще показать, короче, грубо говоря, он находится здесь. То есть вы, допустим, я не знаю, кто-нибудь создает таким образом ассет или нет, вы кликаете правой кнопкой, видите, здесь create, вот, и здесь много всякого барахла, там, C-sharp и так далее, вот, и здесь появился мой слайд-дек. То есть я могу создать тот же самый слайд-дек и начать с ним работать. Важный вопрос. То есть сейчас мы знаем, что это какая-то штука, которая почти monobehavior, но она живет не в сценах, она живет как-то отдельно, она может жить в памяти, непонятно зачем, что с ним можно делать. То есть первый use case я уже, как бы, сказал. То есть мы используем его для того, чтобы хранить данные. То есть вот слайд-дек, он просто хранит какое-то количество слайдов, а слайд — это вот serializable класс, который тоже хранит какие-то данные о непосредственно этой презентации. Вот. И какой смысл хранить данные в scriptable object? То есть если вы создали ассет, он у вас лежит в проекте, то, во-первых, он лежит отдельно. То есть так же, как материал, допустим, вы можете что-то там поменять, ваш, там, допустим, если вы программист, если вы там артист или работаете каким-то образом с уровнями, то вы можете отдельно тоже что-то в нем поменять, сохранить, и сохранится этот файл как отдельный файл. То есть не, если вы работаете с монобехейверами, то каждое изменение — это изменение всей сцены, вам потом нужно как бы замержить будет, ну, как бы закоммитить в гид, там возникнут какие-то проблемы, и, ну, все вы знаете, что несколько человек работать с одной сцены в Unity — это довольно сложная и
не очень правильное занятие. Вот. А если вы разделите ваши данные на там, какое-то количество отдельных юнитов, грубо говоря, то люди смогут работать, грубо говоря, одновременно с там, вашим левелом и с вашей игрой. Следующее — это обычно для того, чтобы хранить данные, вам не нужны такие вещи, как компоненты. То есть если мы возьмем MonoBehavior, если возьмем GameObject, если взять Prefab, то у него всегда есть Transform. Это небольшой такой компонентик, но все равно на каждом вашем кусочке данных получается будет один трансформ, если вы используете префабы, допустим, вместо данных. А поверьте мне, я очень часто видел, как, не зная о том, что можно использовать скрипто-объекты, люди брали префабы и использовали их ровно так. Вот. Когда мы это показывали непосредственно команде, которая когда-то сделала префабы и придумала, грубо говоря, Unity, они придумал эту часть Unity, они говорят, что-то мы совершенно не предполагали, что люди начнут использовать префабы таким образом. Вот. Соответственно, у них есть кастом-инспекторы, кастомные иконки. И важно, что эти объекты, они сериализуются Unity. То есть если вы, допустим, откуда-то скачиваете какие-то данные, допустим, JSON, XML, то вам приходится их сериализовать, десериализовать в данном случае самим. И в зависимости от того, какой сериализатор вы используете, вы там получаете те или иные проблемы с производительностью, с мусором и так далее. Вот. И, наверное, одно из самых полезных свойств — это то, что вы можете посмотреть, подумать, какие данные вы можете отделить отдельно, какие данные вы можете отделить во время билда и каким-то образом сгенерить этот scriptable object, сохранить его в игру. И потом вы можете в игре уже непосредственно на устройстве этот scriptable object загрузить для того, чтобы не парсить какие-то данные, которые никогда не меняются в игре, допустим. Вот. Если расширить этот use case, опять мы говорим про данные, опять мы говорим про scriptable object, который лежит в сцене, то это некоторый ассет, то на самом деле вот это... Этот метод хранения данных можно расширить тем, что, допустим, у вас есть какой-то шаблон там, я не знаю, уровня или каких-то айтемов у себя в игре, и вы можете их всех запечь, грубо говоря, в игру, и они у вас будут неизменяемы в игре. То есть для того, чтобы их поменять, вам, конечно, нужно будет там, перезалить в стор, там, это занимает какое-то время, вот, но при этом вы можете загружать как бы, апдейты в JSON и, используя вот, API, JSON Utility, заменять какие-то свойства у уже существующих scriptable object'ов. То есть вы загружаете scriptable object, вы загружаете JSON, парсите и как бы мержите их вместе. Тем самым получаете какой-то апдейт данных. Вот. Следующее уже более advanced, что ли, такое применение scriptable object, но все равно мы все еще говорим о scriptable object, которые лежат в проекте как ассеты. Мы вспомним, что scriptable object — это как и monobehavior, они просто C-sharp классы, то есть они могут иметь там методы, которыми вы можете делать по сути что угодно. У них единственное ограничение, что поскольку они не лежат, не принадлежат сцене, они не могут... Вы не можете их настроить так, чтобы они, грубо говоря, ссылались на какие-то объекты непосредственно в сцене. Поэтому для того, чтобы с ними работать, эти объекты нужно им передавать, допустим, в методах. Вот. И из этого можно сделать, допустим, следующий эксперимент, следующий use case. То есть наверняка многие из вас знают о паттернах проектирования. В Unity они используются не очень, сказать, часто. Вот. Но если мы смотрим непосредственно на этот пример, то скорее он похож на там, visitor или command, скорее всего на visitor. То есть у нас есть некоторый куб, который вы видите вращается. Вот, и на этом кубе есть transform controller, которого вы можете задать transformer. Это некоторая штука, которая непосредственно влияет на этот куб. То есть если мы посмотрим, что такое трансформер, давай перестань, вот он здесь, то по сути трансформер — это вот абстрактный класс, у которого есть только вот метод transform, мы ему даем метод transformObject, мы ему даем какой-то transform и даем некоторое количество времени, которое прошло с момента последнего обновления.
Вот. И таким образом мы можем создать какое-то количество вот подобных вещей. Допустим, я сделал здесь два. Один из них называется Rotation Transformer, который наследуется от трансформера и который является scriptable объектом. Вот. И когда вы вызываете вот этот метод, он просто поворачивает этот объект. И второй Scale Transformer, который, по сути, то же самое, он наследуется от трансформера, тоже override вот этот transform object, и он занимается скейлом. То есть здесь какая-то странная формула, которую я написал в 4 утра, но, в общем, смысл тот, что он модифицирует скейл вот этого трансформа. Вот. И если мы вернемся обратно в Unity, мы увидим, что здесь я уже создал два ассета, один rotation transformer, другой scale transformer. Мы можем их выделить и отредактировать их параметры. То есть вот здесь есть какое-то количество параметров. Если выделить вот этот куб, вы видите, что сейчас на нем работает rotation transformer. Вот. И мы берем здесь, перетаскиваем, допустим, сюда scale transformer. Оп, и теперь уже другой код влияет на то, что с ним происходит. И, соответственно, мы можем взять этот scale transformer отдельно, выделить и поменять ему что-нибудь там, не знаю, период 0, 0, 1. Вот. И если мы выйдем сейчас из play-мода, то, как вы видите, у него сохранится это все. То есть это так же, как у материалов и у других ассетов, которые на сцене. Он владеет своими вот этими свойствами. Вот. Перейдем обратно в play-мод. Это еще один такой пример, как вы можете использовать scriptable object уже более, как бы говорят, интересно. Следующий, как вы помните в начале доклада, я сказал, что все в Unity — это scriptable object. Это не совсем правильно, но если вы посмотрите на этот слайд нам говорит, что сейчас он нашел в редакторе 84 использующихся scriptable object. То есть это такой пример интерактивного слайда, который нам показывает, какие scriptable объекты он сейчас нашел непосредственно в редакторе, который выполняется. То есть вы видите, здесь есть два наших загруженных, здесь есть презентация, здесь я сразу вижу, что каким-то образом у меня утекают слайды, их не должно быть здесь одна. Вот, таким образом нашел небольшой баг. И вы видите, в принципе, какие-то знакомые имена, здесь вот там GameU — это scriptable object, куча разных других всяких view, windows и так далее. Вот. И на самом деле, если посмотреть, допустим, в скот, то, возможно, знакомый вам класс editor window, он просто наследуется от скрипта object. То есть окна — это тоже скрипта object. То есть если посмотреть на вообще весь редактор, то весь он состоит из скриптовых объектов, которые каким-то образом взаимодействуют и рисуют себя. Вот. То, на самом деле, если вы думали, что вы не работали никогда со скриптовыми объектами, я хочу вас расстроить, вы всегда работали со скриптовыми объектами, только не знали этого. Кого? GameView? Я не знаю, наверное, взорвется вселенная тогда, не знаю, что будет. Вот, нужно посмотреть. Вот. И каким образом, значит, генерится этот код? Если я его... вот так. Значит, у нас есть код list.so. Вот. И, по сути, самый важный кусок API здесь — это вот следующий. То есть я просто беру и говорю редактору, дай мне, пожалуйста, сейчас все ассеты типа scriptable object. Вот. Ну и дальше там я их там чуть сортирую и, соответственно, пишу, сколько scriptable объектов сейчас находится в редакторе. Вот. И потом делаю просто debug-log. Вот. Тем самым мы видим, что очень большое количество scriptable объектов. Интересен еще следующий момент. Если вы начнете копать дальше, и вам будет как бы интереснее, что еще можно использовать, в Unity есть такой интересный класс, который называется scriptable singleton. Вот. Но он, как всегда, аккуратно спрятан за кучей всяких internal namespace и так далее. Ну, вот этот сейчас не internal, но много чего у нас internal. И если, допустим, к сожалению, разработка каких-то расширений редактора, не находясь непосредственно в Unity namespace, это сейчас, ну, как-то всегда было не очень такое прикольное занятие. Вот. И scriptable singleton, как... собственно, из его имени Singleton, он старается быть один в редакторе всегда, и у него есть еще некоторые возможности по сохранению. Допустим, если вы зайдете в library папку, где-то здесь, короче, не помню, наверное, не здесь. В общем, вы можете увидеть какое-то количество файлов странных. Это вот часть из них, как раз вот эти вот scriptable Singleton, они сохраняют туда свои данные. Вот, и используется для всякого там непосредственно в редакторе для сохранения всяких конфигов.
Вот. Может быть, кому-то это когда-то понадобится. Вот. То есть сейчас мы увидели, что какое-то количество скрипт-объектов есть непосредственно в редакторе, и что они здесь делают. Следующий вопрос такой. А что интересного мы можем сделать с максимально простым scriptable object'ом? То есть мы посмотрели на вариант, когда scriptable object лежит у нас в сцене как ассет, то есть он сохранен на диске, он хранит какие-то данные. То есть он содержит какую-то полезную информацию и что-то полезное делает. Но что мы можем сделать со scriptable object'ом, который не содержит ничего? То есть это класс, в котором нет ничего. И интересно, что такой scriptable object, он достаточно полезен, и его можно использовать, допустим, в следующем примере. То есть, возможно, вы пользовались Asset Store'ом и скачивали оттуда какие-то там плагины, в общем, какие-то кусочки, какие-то куски кода. И многие плагины, они, когда вы первый раз их импортите или запускаете проект с ними, они показывают окно всплывающее, какую-то help-информацию, там, куда зайти посмотреть документацию, там какие-то настройки там, и так далее. Вот. И там кнопкой, там чекбоксом вы можете выбрать, чтобы это окно не показывали больше никогда, потому что оно раздражает всех. Вот. И вопрос, как сделать правильно такое окно? То есть нужно сделать что? Чтобы оно показывалось один раз за все время работы редактора. То есть вы запускаете редактор, оно показывается, если у вас этот код импортирован уже в проект. Вы запускаете редактор, вы импортируете, допустим, этот скрипт, этот вот плагин, это окно показывается в редакторе и больше не показывается никогда, по сути. Вот. Как это сделать? Я видел много всяких странных реализаций, и действительно, в Unity на самом деле не так-то просто сделать этот функционал, потому что Unity ведет себя в некоторых местах одинаково, и порой сложно понять, где ты сейчас находишься. То есть первое, ты запустил редактор, второе, ты перешел в play mode, допустим, и вышел из play mode, третье, перекомпилировался код, перезагрузились, соответственно, DLL-ки. Это, по сути, все выглядит одинаково для editor window, который мы, собственно, знаем, что это scriptable object. То есть мы могли бы сделать что? Мы бы могли, допустим, в статическом инициализаторе, когда просто, грубо говоря, этот класс инициализируется, потому что у нас initialize on load, мы могли бы его открыть, допустим. Но тогда при каждом перезагрузке, при каждой перезагрузке домена у нас будет открываться это окно. Вот. И самый простой способ, который я нашел, грубо говоря, может быть, есть проще, где-то что-то я не вижу, это сделать scriptable object, который выглядит ровно вот так. То есть вы видите в нем ничего. И смысл его в том, что если этот scriptable object существует, значит, мы это окно уже показывали. Вот. То есть он не привязан ни к какому ассету, он просто существует в памяти, и у него выставлен вот hide flags, что он не уничтожается, он там всегда висит. То есть, по сути, мы делаем что? Значит, инициализируется окно, статический конструктор, и нам нужно, собственно, понять, открывать сейчас это окно или нет. То есть отсюда мы сделать не можем, компилятор нас будет ругать, и поэтому мы подписываемся на следующий апдейт редактора, идем, смотрим, что у нас в душоу. Здесь пытаемся найти вот этот вот класс, экземпляр класса вот этого SO. Надо было назвать как-то получше, конечно, но, в общем, вот так он называется. Если мы его не находим, то есть у нас возвращается пустой массив, то мы создаем новый и создаем окно. Соответственно, если мы его находим, значит, мы не создаем окно. Вот. Ну и выглядит в редакторе это окно примерно так. Вот у меня здесь custom open window. Ну, выглядит так, типа hi there. Вот. И если мы действительно возьмем и откроем какой-нибудь, ну, допустим, ну, либо перезагрузить редактор, либо открыть и перезакрыть, закрыть проект, мы увидим, что это окно появится, если у меня ничего здесь не сломалось, как обычно. Вот, появилось это окно. И дальше, как бы я ни входил там в play mode, выходил из play mode, оно не появится, потому что используется вот этот скрытый scriptable object. Вот. То есть этим примером мы увидели, что даже самый простой, куда бы он ни делся, этот scriptable object, мы можем использовать как какую-то полезную функциональность. То есть, возможно, это кому-то будет, непосредственно этот кусочек кода, кому-то будет полезен. Так, сейчас мне надо перезапустить презентацию, потому что я выходил. Так, что у нас здесь было?
Вот. И, наконец, кульминация, наверное, этого доклада про ScriptObject — это то, что у этой презентации есть архитектура. Я не думаю, что я когда-нибудь скажу, что у презентации есть архитектура, но работает следующим образом. То есть здесь работают несколько ScriptObject, которые выполняют разную роль, и если присмотреться, то, видимо, это похоже на всем известную MVC. То есть у нас есть модель SlideDeck, которая хранит только данные, и она находится, ну вот эта вот модель, она находится на диске в качестве ассета. У нас есть контроллер, который висит в памяти, и он там всегда есть, он там выживает с перезагрузкой домена, он там живет всегда, и он непосредственно рулит, он рулит кучей всяких вещей, там вход-выход в play mode, next slide, там next previous slide, там какие-то еще вещи. Вот. Ну, в общем, там довольно костыли и скотч, короче, в общем, здесь. Вот. И, соответственно, у нас есть окно, которое presentation window, оно, по сути, является такой вот стандартной вьюшкой, которая каким-то образом вызывает методы на вот этом engine. Вот. И если быстренько посмотреть на, допустим, presentation window, то, по сути, здесь ничего такого не происходит. Даже не знаю, на что это обратить внимание. Он просто хранит некоторую ссылку на вот этот engine. Вот, и основной весь его код находится в on-GUI, то есть он рисует вот весь этот интерфейс, который доступен у нас вот в следующем окне. Вот здесь. То есть вы видите здесь вот как подсветка красным, текущий слайд там и так далее. Вот. Возможно, кто-то задаст вопрос, а зачем вообще вот эта вот конструкция со ScriptObject'ом, если у нас есть окно? Потому что окно может это все хранить. Если вы попробуете это сделать только с окном, то вы увидите, в чем его проблема. То есть окно, во-первых, оно не всегда активно, оно не всегда существует. То есть как только мы, допустим, перейдем вот в full screen mode, это окно как бы уничтожится, и мы потеряем как бы весь state. Вот. Поэтому нам нужна какая-то штука, которая будет находиться где-то вот здесь и рулить нашим непосредственно сейчас происходящим, грубо говоря. Вот. А вот эта штука, она должна находиться на диске и не содержать в себе никакой логики. Вот. И если мы, допустим, ну, слайд-дек я уже показывал, он совершенно простой, вот, а engine уже как бы гораздо сложнее, он тут делает много всяких вещей. У него есть API, там всякие load deck, new deck и так далее. То есть здесь как бы основной код, который управляет этой презентацией. Вот, еще есть некоторое количество всяких маленьких скриптообъектов типа properties, в котором хранятся тоже данные. И для того, чтобы это все работало в play mode, здесь есть некоторый mono behavior, который называется sync helper, вот, который позволяет избежать некоторых ограничений непосредственно редактор. Вот. И как бы последняя часть вот этой вот презентации в том, что сама вся эта презентация, она доступна на GitHub, то есть я как бы туда залил. Если вам интересно посмотреть вот на показанные примеры использования ScriptObject'ов и как-то применить их у себя, вы можете зайти туда и скачать эту презентацию, она доступна. Вот. И здесь некоторый перечень того, что мы как бы сегодня увидели. Вот. И если у вас есть какие-то вопросы сейчас по там, применению, вон там молодой человек что-то хочет сказать. Да, вон молодой человек. У нас как микрофон здесь или можно кричать громко? Микрофон. Ну то, что, например, ScriptObject хранит свое состояние после плейтайма, когда перед, конечно, это будет классно, но с другой стороны, это поможет вставлять немного сбори. Вот, допустим, я там использую ScriptObject, чтобы очистить некоторую стейт-машину, и геймдизайнеры там типа там редактируют ноды и все такое. Uh-huh. Вот. Но мне приходится использовать какие-то дополнительные поля дублирующие, чтобы короче, на рантайме использовать их, чтобы мои сохраненные изменения не изменялись. У вас есть какой-то best practice на этот случай или еще что-то типа этого? Как лучше поступать в таких случаях? Я просто не до конца понял ваш use case, то есть можно, наверное, потом обсудить, но
он слишком какой-то конкретный, то есть слишком конкретный. Поэтому мне сложно сейчас ответить. Ладно, тогда у меня такой другой вопрос, гораздо проще. Когда можно будет сдавать иконки для скриптовложив, которые лежат в каких-то неймспейсах? У меня, допустим, не получилось этого сделать вообще. Ну, вообще слайд-дек лежит в неймспейсе. Да? То есть я, конечно, сейчас это уточню. Это вот вся система с Gizmos, она, конечно, странная. Так, где у меня слайд-дек? Вот, слайд-дек лежит вот в Unity Presentation. То есть у нас сейчас есть Gizmos и там есть некоторая возможность захачить вот мета-файл там, потому что, по-моему, есть ссылка на иконку. Надо посмотреть, я не помню, как это делается. Вот. И есть возможность перехватить отрисовку, допустим, Project Window и поставить туда как бы тоже свою иконку для там любого класса. Но это тоже такие вот хакерские способы. Вот. К сожалению, пока что других менее хакерских способов у нас нет. Ясно. Окей, еще один маленький вопрос по поводу моего частного безумного использования скриптовложек. Вот эта вот позиция по поводу того, что нельзя хранить ссылки на какие-то объекты из сцен, она, то есть, принципиальная или это в будущем может измениться? Ну, сложно сказать, потому что это было сделано с определенным смыслом. Потому что у нас нету, как бы это сказать по-русски, грубо говоря, sub-scene granularity, то есть мы не можем залезть непосредственно в сцену и каким-то образом адресовать там какие-то ресурсы для того, чтобы потом их, я не знаю, использовать где-то за сценой. Вот. Возможно, это, ну, с одной стороны, я понимаю, что это является ограничением, то есть, которое я как бы упоминал, вот. А с другой стороны, это как бы упрощает всю систему и позволяет не выстрелить себе в ногу. Потому что, допустим, если взять монобехевиор и там, если во время разработки, грубо говоря, каким-то образом неправильно в один момент выставить вот high flex, вы случайно можете сохранить там какое-то количество копий невидимых этих монобехевиоров себе в сцену и никогда не будете знать о том, что они там есть. Вот. И только когда это вылезет каким-то странным сайд-эффектом, вы можете подумать, что за фигня, открыть в текстовом редакторе сцену и видеть, что там реально их несколько штук. Вот, то есть вот здесь вы непосредственно выстрелили себе в ногу вот тем, что мы позволяем это сделать, сохранить в сцену вот такие вот невидимые странные штуки. Вот, а со скриптовобъектом и с возможностью адресования каких-то объектов в сцене, вот, тут, ну, я считаю, что, наверное, лучше не стоит это делать. Вот, но сейчас мы переделаем большое количество систем, и, возможно, для какой-то из них что-то подобное понадобится. Вот, то есть так что все может меняться еще. Круто, спасибо. Все равно, что сцена ссылается на объект другой сцены. Ну, да, сейчас. Тут, да, вот сцена ссылается на объект другой сцены. То есть у нас сейчас есть multi-scene editing, который прикольный, но у него есть один гигантский косяк, что мы не можем нормально делать cross-scene references, по-русски говоря. Вот. И то же самое, собственно, если брать несколько сцен и ссылаться на объект одной сцены и с другой сцены, то есть, возможно, непосредственно команда, которая занимается вот, multi-scene всем вот этим вот функционалом, она в какой-то момент придумает, как это сделать правильно. Вот. Но сейчас там вот человек в зеленой рубашке, в зеленой майке. Привет, у меня даже, наверное, несколько вопросов по Scriptable Objects. И самый первый, вот представим себе сложный use case. Например, у нас есть игровые предметы. И мы хотим типа Scriptable Object сделать для игрового предмета. Но у игрового предмета может быть много всяких странных свойств. Типа вот эти предметы, они там, их можно съесть, это еда. А вот эти можно продать. А вот те можно там надеть на персонажа. И если мы используем, например, monobehavior, у нас есть прекрасная фишка, называется компоненты. Мы собрали из компонентов свой предмет, если его можно съесть, то у него есть компонент там edible какой-нибудь или что-нибудь. А типа, если мы хотим сделать это со scriptable объектами, нам приходится городить что-то странное. Вопрос, стоит это городить? Есть какой-то overhead у monobehavior, которого мы обходим в этом случае? Или лучше прям городить префабы сразу?
Ну, я бы не сказал, что там прям все суперсложно. То есть, конечно же, если у вас монобехевиоры, висят их много в сценах, они, у них там еще есть там апдейты, допустим, у них есть какой-то код там в wake и в, там, в старте где-нибудь при инициализации, то вы увидите эффект этих монобехевиорах на вашей игре там, в том или ином смысле. Но просто если говорить про scriptable objects, они очень подходят для данных, которые, грубо говоря, статические, что ли. То есть они, вот у вас есть, допустим, не знаю, персонаж какой-то в игре, и на нем вы можете повесить там куча всего, каких-то, вот, как вы говорите, монобехевиоров, там, что его можно съесть, там, не знаю, или он может кого-то съесть. Вот. И тем самым вы как бы отмечаете, что вот это его как бы черты. Вот. Но при этом непосредственно сами данные, вот то, что это вот черты этого персонажа, они перемешаны вместе с его там трансформом, позицией там и так далее. Вот. И в каком-то смысле скриптовыжки позволяют отделить все это дело, и вы можете также имплементировать что-то, какую-то структуру, похожую на компоненты в GameObject. То есть, допустим, вы можете сделать простой лист и в него запихать другие классы скриптовыжков, которые непосредственно мимикрируют под ваши вот monobehavior, который у вас сейчас есть, то, что там он eatable, там, я не знаю, что он там, не знаю, взрывается. Это мы можем, мы на самом деле так и делаем, но просто если мы делаем monobehavior не в сцене, а в качестве просто префаба, которая лежит в ассетах, этот лист уже сделан за нас в Unity. Ну, и я вот не знаю, ну, зря да. Мы от этого отказались или нет. Ну, тут вопрос вашего use case. Если для вас это работает, все отлично, и у вас при этом приемлемой производительности, как и пайплайна, то есть ассетов и производительность игры, то я не вижу никакого смысла как бы сейчас уже менять. Вот. Но я видел много успешных имплементаций непосредственно вот таких собираемых ассетов, что ли, из scriptable objects, которые обладают большим количеством преимуществ и для которых студии пишут специальные редакторы, то есть такие визуальные там. Ну, визуальным скриптингом сложно назвать, конечно, но все равно. И при этом, как я уже упомянул, я видел, что люди делают это и в префабах. Вот. Но когда я говорил с командой, собственно, которая занимается ассетами, они сказали, что они не для этого префабы делают. То есть можно так использовать, но это как бы не для этого. Вот. Ну, тогда я задам еще вопрос, касающийся тоже производительности. Я на самом деле подозреваю, что знаю, что ты мне на него ответишь, но все равно хочу, чтобы он тут прозвучал. Мой любимый. Короче, вот мы сейчас делаем версию Vertical Slice, который по контенту условно там в 10-15 раз меньше финальной игры. И у нас уже в ассетах больше 10 тысяч scriptable objects, вернее, больше 10 тысяч файлов, в которых в каждом от 1 до 50 scriptable objects. Соответственно, в полной игре ожидается, что мы выйдем за сотни тысяч. Вопрос, Unity плохо не станет? Ну, вообще, много маленьких файлов, особенно в одной папке, не любит не только Unity, но и вообще операционная папке, система. То есть у меня когда-то был эксперимент, то есть на одном из докладов я сделал 12 тысяч однопиксельных картинок в папке ресурсы, чтобы посмотреть, что произойдет. Вот. И сразу пожалел об этом, потому что сразу стало все тормозить, как система, так и Unity. Вот. И тут я не могу ответить, потому что я никогда сам этого не делал. Вот. И сложно сказать. То есть здесь есть простой способ проверить, что произойдет. Вы можете сделать тех же самых 12 тысяч однопиксельных картинок, в вашем случае 12 тысяч там скриптовых объектов скопировать. Посмотреть, как Unity будет себя вести, потому что мало ли где какой bottleneck он же наткнется. Вот. Но такие скрытые интересные лимиты, они есть, да. То есть и порой мы даже сами, грубо говоря, не предполагали, что кто-то на них наткнется. Там, не знаю, там какие-нибудь шейдеры весом в 4 гигабайта, или там какие-то миллионы вариантов. Или, допустим, был такой баг, что на iOS, когда вы грузили большое количество маленьких ассет-бандлов, то у вас, пусть меня поправят, там файл хендлерс, что ли, называется, вот, да, файл хендлерс непосредственно на файлы, которые были загружены, их там какой-то лимит, там 255 и так далее, и система, и Unity уже занят какое-то количество. Вот, и поэтому вот этот лимит как бы накрывался.
Вот. И там есть еще лимит, я не знаю, в папке ресурсов. То есть то, что папка ресурсов не может быть больше 4 гигабайт, допустим. Вот. То есть если вы делаете PC-игру, то вы там можете наткнуться на вот это ограничение. Ну, то есть в Unity очень много таких ограничений, и там единственный способ, как их найти, это попробовать просто там запушить до лимитов, говоря по-русски. Понятно, спасибо. Вот. Есть еще вопросы к Валентину? У меня вопрос такой. В чем преимущество особое scriptable объектов перед текстовой сериализацией? Потому что, как я понимаю, они используются, по сути, плюс-минус для одних кейсов. Но, то есть, как я понимаю, там возможность скриптинга какого-то дополнительного. А вот в каком формате они сериализуются? В бинарном или в каком? Так, сейчас, у нас где-то был слайд посмотрим для этого. Jesus, куда я его делал? Ну, как-то пропал слайд. А, вот, наверное, вот этот. У него есть несколько преимуществ. Во-первых, текстовый формат. Если ты имеешь в виду какой-нибудь типа JSON, да, вот что-то вот такое. JSON, YAML, что-нибудь типа такого. То есть, во-первых, вам нужно его самим распарсить. То есть вы можете использовать, допустим, Unity парсер, который, в принципе, использует тот же самый механизм, что и сериализация в Unity. Вот та же самая бинарная сериализация, с которой запакованы, грубо говоря, все ассеты в вашей игре после паблиша. Вот. И, но если вы используете, допустим, какой-то C-шарповый десериализатор, вы генерите… Ну, обычно они все устроены на том, что они там генерят гигантское количество строк, гигантское количество мусора. Вот. Это как бы само по себе уже плохо для такой мобильной игры. Вот. И, то есть, если, не знаю, посмотреть на этот слайд, тут постарался выписать что-то, какие-то преимущества. То есть первое, то, что Unity парсит бинарный формат за вас, то есть это, во-первых, быстро, во-вторых, не генерит какого-то количества, в общем, не генерит ничего практически. Вот, там, наверное, аллоцируется какое-то количество буферов туда-сюда, но они все переиспользуются во время загрузки ассетов. Вот. У вас есть возможность создать для этих ассетов, поскольку они ассеты непосредственно в редакторе, классный какой-нибудь инспектор. Вот, то есть, и это гораздо удобнее редактировать, чем брать, открывать в каком-нибудь там ноутпаде и так далее. Конечно, вы можете тоже сделать editor window, в котором ну, экспортировать эти данные потом в JSON и так далее. Вот. Но я пока еще не видел, может быть, кто-то так делает, но я не видел, чтобы кто-то, допустим, генерил scriptable объекты на сервере, запаковывал их в бандлы и ну, там, динамически как-то и посылал. То есть для каких-то динамических данных, конечно, сейчас удобнее использовать JSON. Вот. И но при этом я видел, как используют вот, что-то слишком много понажимал, вот следующую штуку. Вот. То есть часть данных берут scriptable объекты, часть данных обновляют в JSON. Вот. Спасибо. Потому что мы, допустим, писали свой кастомное окно, которое сохраняет данные наш формат, грузит наш формат. Ну да, вот эти все сериализаторы, они находятся глубоко в коде, и их просто так не вытащишь. Я знаю ребята, которые, ну, компания, у которых есть доступ к исходникам Unity, они что-то подобное делали. То есть они как бы вытаскивали и делали некоторый парсер. Вот. Но здесь же опять, то есть, как я понял, вы нашли некоторый выход, но тут на самом деле полно выходов. То есть можно, допустим, я не знаю, распарсить тот же самый YAML, который у вас, который ассет. Можно сохранить JSON, можно, да, можно распарсить в YAML. То есть это будут одни и те же данные, просто в разных форматах. Вот. Такие дела. Ну что, у нас так, сейчас должен быть перерыв. Давайте последний вопрос. Ну, окей. Последний. А можете открыть слайд, где создание scriptable object?
И не расскажете, как вот в памяти это все будет? То есть, ну, в документации написано, что все ссылается на один экземпляр. То есть у нас не будет дублирования. А вот если мы используем вот hide flux или create asset, то как это будет? Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду под не будет дублирования, потому что это дублирование будет, если вы создаете вот таких вот экземпляров. То есть я просто не знаю, как это визуализировать, но представьте, у вас вот в Unity, допустим, возьмем редактор. У вас в редакторе есть вот где-то на диске, допустим, не знаю, там на земле валяются ваши вот эти вот все ассеты там и так далее. Они лежат на земле, то есть всякие текстуры, материалы там и так далее. Вот. У вас есть тоже вот сцена, с которой вы работаете. Допустим, сцена это будет, я не знаю, вот этот компьютер. Здесь у меня как бы что-то лежит. Вот. То есть я могу взять и положить там, грубо говоря, сослаться на какую-то там текстуру отсюда, вот из сцены, допустим. Вот. И саму эту сцену потом положить сюда. То есть она тоже лежит как бы здесь. Вот. Эти все ассеты мы видим непосредственно в редакторе. То есть поэтому нам примерно понятно, как это работает. Вот. Но при этом, как я показал там одним слайдом, в редакторе есть много скрипт-обжигов, которые просто они висят в воздухе, они не принадлежат никаким сценам, не принадлежат никаким ассетам. Они просто где-то здесь есть, вы их как бы не видите, они там что-то делают. И, соответственно, если вы вот используете вот это, вы создаете один, ну вот это API, вы создаете один такой экземпляр. И он у вас будет висеть, допустим, вот здесь. Если на него ссылки из C-Sharp, ну, из плюсов на него никто не ссылается, скорее всего, если из C-Sharp ссылки на него как бы исчезнут, и он за garbage коллектится, то в какой-то момент он убьется и в Unity. Чтобы это не произошло, вы делаете ему, выставляете hide flux, который, по сути, означает, что типа нигде не показывать его и не убивать. Вот. И, соответственно, он вот здесь будет висеть. И вы его как бы не видите, он там может ничего не делать. Вот. Если вы повызываете много раз вот этот вот метод, то вы понасоздаете их много. Вот они будут здесь висеть, вы их не будете видеть. Единственным способом их как бы увидеть, это использовать вот этот resources find objects, find что-то of type, короче. Вот. И как бы дублирование будет. И там здесь нужно быть аккуратно. Вот. Потому что, ну, когда я делал вот эту презентацию, тут поскольку куча всяких проблем с выходом, входом из плеймода и так далее, там перезагружается ассембль, то есть все сериализуется, потом десериализуется, то есть там все уничтожается, тут как бы сложно. И поэтому в разных местах у меня вот эти вот всякие висящие ассеты, они где-то сохранялись в памяти, и мне пришлось потратить какое-то время для того, чтобы как бы их отловить аккуратненько и поубивать. Вот. Я не совсем знаю, о чем ты говоришь про дебаг. Ну, когда ты сейчас в лоб дебага смотрел, у тебя там несколько штук было, два слайда у тебя. А, да, да, вот эти вот. Ну да, то есть вот даже сейчас. Даже сейчас я вижу, что. Ну, вот это я понимаю, откуда взялось, потому что у меня вот это окно, оно сначала создает новый слайд-дек, а потом, когда я загружаю этот слайд-дек, оно его не убивает. Вот это я как бы понял. Вот. А тут где-то были еще какие-то дублирующиеся, но, видимо, не сейчас. Вот, кстати, наше окно висит, которое оно создалось, вот это вот Windows плюс SO до сих пор. И это окно не будет показываться, пока мы отсюда не выйдем. Вот. Ну, по сути, вот Scriptable Object очень классная штука, позволяет решить определенный объем задач, вот, и облегчить или усложнить кому-то жизнь. И, я не знаю, я вчера пытался сделать одну вещь для вот этой презентации, и, может быть, кому-то он покажется смешным, но мне почему-то хочется это показать. В общем, у меня есть вот такой код, который раз в полсекунды делает следующее. Вот. Наверное, то есть он просто двигает камеру сначала вот, типа в одну сторону, потом сразу в другую. Вот, и делает за один фрейм, поэтому ничего не происходит. Вот. А нужно это для того, чтобы в GameView, когда я не в play-моде, у меня обрабатывались события. И Unity это делает, перерисовывает GameView только тогда, когда что-то меняется в сцене существенно. Вот. И, соответственно, нужно это ровно для вот этого. Вот. И когда я говорил, что весь этот проект — это набор костылей и скотча, я, собственно, не преувеличил, он так вот и есть. Вот. А так у меня все. Если кто-то хочет еще личные какие-то вопросы задать, я здесь какое-то время.